Привет, с вами Виктория. Сегодня готовим салат. Рецепт салата очень простой и быстрый. Подойдет салатик как на каждый день, так и на праздничный стол. Все зависит от того, как вы его оформите. Кстати, салатик у нас будет без майонеза. Все очень вкусно и полезно. Сначала нарезаю 150 грамм отваренной свеклы. Варить для приготовления этого салатика, кроме свеклы, ничего не нужно. Количество всех ингредиентов можно регулировать по вкусу. Я беру всего примерно по 150 грамм. Собирать салат я буду в салатнице. В салатницу выкладываем нарезанную свеклу. Далее 150 грамм консервированного тунца разминаю вилкой. У меня тунец натуральный, без масла, поэтому я его солю. И добавляю буквально 1 столовую ложечку растительного масла. И перемешиваю. Также для пикантности нам понадобится 2 маринованных огурчика. Нарезаю их как можно мельче. Добавляю 150 грамм консервированного горошка. Как вариант, вместо консервированного горошка можно добавить красную фасоль или консервированную кукурузу. Выдавливаю в салат 2 зубчика чеснока. Солю, перчу, соль, перец добавляем по вкусу. Заправляю растительным маслом. У меня здесь смесь разных масел, оливковое, растительное. Все перемешиваем. Можно салатик оставить так, в салатнице. Я же его выложу порционно и украшу. Прикладываем салатик в стаканы, бокалы, креманки, красивые формочки. Украшаем зеленью и подаем к столу. Всем желаю приятного аппетита, прекрасных праздников. Пишите мне ваши комментарии, не забудьте поставить лайк. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.